Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка. Всем привет! Мы в андроид-игрушке под названием Underworld. В общем, у нас есть база, как всегда, да, случилось что-то плохое. Да, все так и есть. И мы должны отправляться в различные рейды, собирать ресурсы. В общем, и игрушка команду интересная. Дополнять. Да. У нас пока что одна карта открыта, вот наша команда, почему-то всего 4 в основном человека. Женщины. Вот. Не ну, знаю, я возьму. Один мужикан. Миш, ты последнего отправляй. Вдруг человечество закончится. Ладно, здесь это вторая часть геймплея, где мы должны будем собирать определенный лут, уничтожать противников. Миш, на тебя нападает. Да, 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 все будет нормально. Не беспокойтесь. В общем, у нас какое-то определенное время можем находиться. Как видите, зеленая полоса — это наш. Вон, смотри, чувачок какой-то. Да, был. Нам нужно еще спасать мутанта. Из этих мутантов мы потом можем делать нормальных людей. Нормального человека, может быть. Слушай, а как будто он все равно похож на девочку. Тебе не кажется? Вполне может быть. Какой-то ящик. Да, монетки. Это все лут. Собираем. Эти предметы нужны будут для крафта новых либо вещей, либо зданий. Да-да-да. То есть это очень потребуется. Ну, мы потом еще чуть позже покажем. Да-да-да. Чем дальше вы заходите, тем, естественно, больше лута. Есть определенные челленджи на каждой. И больше врагов, я так понимаю. Да-да-да, на каждой вот карте челленджа есть это. А, вон еще мутант. Блин, ну конечно, какой-то мужикан такой себе, нет, я вам это скажу. Это труп. Вот был. Этот я имею в виду. Спасли. У меня не уже особо красавчик. Жизни но заканчиваются. Я думаю, у наших дамочек в бункере выбора особого нет. Ну да. Также вот здесь еще есть баф, но это за рекламу, поэтому я его не включаю. О, слушай, вот а это нам повезло. Многовато мы набрали, слушайте, я бы даже сказал. А мы утащим это все с собой. Утащим, утащим на самом деле. Все, идем дальше. Слушай, а мы тут задержались на самом деле. Сейф, Миш, сейф. Сейчас. Еще берем. Но на самом народу деле мы так. Ну ладно, в принципе, слушайте, можем показать все это дело. А мы как сказать? Мы всех-то там разместим. Я видела, слушай, там какое-то ограничение нам, было 4 деле, из 6. Все, я пошел обратно. Монетка, ты что не взял? Пофигу, Юль, мне еще нужно вернуться назад. Да, иначе ты помрешь. Да, да, вот выход у нас, все. Мы вышли из этого, и смотрите, фу, что мы набрали. Жесть. Просто целую кучу молоток, всяких кепок и все остальное. Термометр, динамит. Да, но он нужен для, опять же, создания новых помещений. Создания здания, да. Вот, вот мы вернулись такой довольный. У нас как. Ого. А, это реклама, а, это, как сказать, не то, что нужно. Доп. В общем, первое, то, что у нас доступно из зданий, это, сейчас я покажу, это лечилка. Надо, во-первых, нужно вернуть нашего мужчину на место. Вот. Вон, это все, в что он собрал, да, мы его возвращаем. Вот, но его нужно также, как сказать, захилить еще, он потому так что сильно ранен. Да, 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 он да. Теперь у нас лечится. Можно мгновенно, типа, лечение. Можно и мгновенно. Сделать. Следующая точка, это где мы будем мутантов превращать кого? В людей. Кого? Давай мужикана какого-нибудь. А, кого попроще. Кочевник? Вот этот какой-то крутой. У него две звезды. Классно, блин. Может, вот. Его надо. Ну, давай его прокачаем сразу же. Вот он теперь у нас здесь тусит такой, довольный. Они за время, но, по-моему, тут можно ускорить, да, по-моему, да, процесс. Также есть определенные квесты, которые вы выполняете, получаете, естественно, ресурсы. Также у нас нужно еще для... нужно вселить, да, человека? По-моему, да. Слушай, у нас, по-моему, еще какие-то подарочек какой-то есть или что? Да, у нас еще есть валюта, вот, так скажем, кристаллы, это дополнительные, которые как раз ускоряет некоторые у нас кубы. Их 30 штук, 30! Есть, смотрите, этого чувака можно теперь не ждать, а, например, восстановить. То есть не 2 минуты, а сразу же разблокировать. Так, все, все отлично. То есть он должен теперь. Эй, у нас... а что он, кстати, не... его 2 раза надо. Вон как. Вон в чем прикол. Все, превратился в резидента. Теперь он человек. Ого, у нас. О, слушайте, а что он какой-то вселяю. Крутой, у что него ли? Побольше хпшечек уже есть, и... но у него уровень поменьше, да? Или сейчас посмотрим. Ну, мы его вселяем вселение, в любом случае, да, да. И можно другого поставить, может быть. А, да, тут пусть просто стоит. Кого? Только выберем. Да все, в принципе, одинаковые, давай в очередь как бы ставить. Ну давай, через 2 минуты. Пускай он, как сказать, ладно, сам по себе. У нас 42, и вот нужно восстанавливать им еще обязательно за монеты силу, так скажем, энергию, противогаза. Противогаза. Противогаз, да, ну все, мы теперь можем выдвигаться вот дальше. Вот, новый житель, а че он какой? Сейчас, погоди, я посмотрю, у нас какие еще задания есть. Вот нужно было, видишь, спасти ага. мутантов, еще и убить монстров. По-моему. Вот, все. Мы, кстати, уже заселили. Так, ну, видимо, видишь, нужно будет еще
В общем, не знаю, почему не выполняется задание, но фиг с ним. У нас... Видал, у нас эти наши чуваки балду гоняют. Так, я хотел вот этого мужика, который уже у нас ходил. Где у него? Вот он, вот он. Я хотел ему одеть кепку. Например, можно еще его приодеть, но снять его только за рекламу можно уже. А он чисто типа как по красоте или еще что-то? Некоторые фишки дает, да, конечно же. Но мы его же снова отправляем, так как он прокачанный уже на следующую экспедицию. У него уже есть опыт. Также можно за рекламу бафы дать какие-то. Да, теперь у него еще и бейсболка. Он стал еще крутой. Ладно, почалили дальше, может быть, мы сможем. Нам в основном сейчас надо, наверное, монетки и что еще? И всякие штучки, вот, запчасти, кстати. Потому что люди особо пока нам не нужны. Да, я даже не знаю, стоит ли его вообще спасать. Ну, может, про запас, типа. Ну, давай, вот, вот там... этого одного давай. Все, спасли. Вот. Я не знаю, почему они в таком большом потому количестве. Потому что, мне кажется, там вот реально было написано, Миш, монетку да я возьму, я просто буду отходить все равно от всех персонажей. Все. Замечательно, мы так. Здесь прошли, идем далее. Мы все тут собрали? Да, я думаю, что все взяли. Ох, тут сколько трупов, сколько врагов. А в трупах что находится, монетки? Ну, да это то же самое, что и лут, на самом деле. Миш, но в основном монетки. Не забывай. Не забываю. Я все сейчас... Ау, наткнулся. Нехорошо было, но ничего страшного. Какая-то комната интересная по структуре, здесь... если честно. Опа, какая-то ракета. Здесь я обойду, потому так, что это... Правильно. Опа, восстановили. Пилка. Это супер. Этот восстанавливает огнетушитель, хотел сказать. Ну, противогаз. Вот всё. Это еще, слушай, все вот собираем. Отлично. О, роботы. Еще два робота. Это то какой-то это потом... новый. У нас стандарты есть какие-то роботы, но потом еще. Надо будет на базе открыть. Уже проверить, прочекать. Да, да. Вот еще мадам, ну пусть откроют. Ну ладно, Миша, прям как сказать. Я все собираю, у нас да, 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 обязательно, обязательно. Так, с лампочка. Лампочкой. Ну мы один раз уже собрали, правда, я не поняла, для чего она нам пригодилась. Ну, опять же, для крафта. Все. У нас о, один челлендж выполнили. Куча. Отлично. Миш, костюм, сейчас костюм, все соберем, соберем. Все. Опа, хп мало. Миш, бежим. Все, валим. Бежим. А то еще не хватало нам потерять помереть, да, не резидента. Хватало. Ну все, здесь буквально 2 метра. А, нет, нифига, это еще один проход. Ё-моё, как ты запомнил. А там сверху стрелочка показывает. Все, у нас, видишь... Ну, я думаю, мы неплохо так затарились. Да-да-да, замечательно, на самом деле. Возвращаем нашего персонажа. Правда, его нужно будет обязательно прохилить, чтобы ну, он конечно, смог с новыми нельзя силами. Его, как сказать. Так, это понятно с миссией. Мы что сделали? Еще прошли, что-то да, получаем отлично, деньги. Отлично, отлично. Так, реально, у нас уже котики появились. Реально, странный чувак какой-то серый. Так, все, возвращаем его. Я не знаю, почему он мне серый. Мне кажется, а, они просто не должны быть. А мне такие. Кажется, это ни о чем. Все, мы его отдыхать заставляем. Его можно улучшить, что ли, или что? И, кстати, можно, да, еще более за прокачать. За 1500, типа. Но у нас сегодня можно 4,5? Ли у робота сменить? Смотри, 5 атака, у него 4 радиуса обнаружения. Ну, давайте... Так, слушай, давай заменю, естественно. Ну, давайте все, попробуем. Он готов. А, повышение уровня еще можно, я так понял. Его... Каждое повышение... Конечно, за 4000. Нет, надо. Ну, ладно, стой, а вот... Обойду. Можем ли мы рудник? Нам еще динамит один нужен, и нужен какой-то нам мужик-рудник. У нас, кстати, есть кто-то. Вот, он завершено. Так. Может быть, она станет? Нет, видишь, он кочевник, а нам нужно, чтобы... А у нас, слушай, одни кочевники и были, по сути. Так, ладно. Может быть, из тех, кого мы собрали сегодня, ну, вот в этой, точнее, экспедиции... Да, может быть, кто-то может, есть? Может, там кто-то есть? Все кочевники. Почему кочевники? Их можно выгнать, кстати. Да? Да, изгнать. То есть, если, типа, их много будет, да, то... если тебя что-то не устраивает... Вот, кстати, выполнилась эта миссия. Так, может быть, давайте. Следующая миссия, давайте, как отлично. Бы это стригерит скрипт какой-то, может что быть, мы может сможем. Быть. Восстановить очки радиации. А я уже... А я, кстати, вот у него ну, восстанавливал. Ну, оно, видишь, типа, не засчитало, скорее всего, я после того, как ты сходишь опять в экспедицию. Ну, ладно. Тут, кстати, есть друг против друга еще, то есть против людей какое-то сражение, но она чуть попозже открывается. Чего, отправляемся опять? Да, нам нужно отправиться снова туда. А что там было за награды за испытания, что-то там? Да, там какие-то определенные предметы. Ну все, я им будем снова. Будем надеяться, что нам повезет. И кого ты там говорил, нам надо? Нам нужно рудокопа
группа, по сути дела. То есть здесь еще есть специалисты. То есть, видишь, как, кстати, этот чувак стреляет? Куда лучше. Ну да. Все, собираем вот эти ядовитые ракеты. Я не знаю, для чего. Довольно они, быстро. Да. Оперативно. Теперь работает. Мы работаем куда быстрее. Мы, скорее быстрее? Всего, быстрее теперь. Еще дальше сможем пройти. Ну да, единственное, что у нас противогаз вот не самый сильный. Но чем мы его быстрее прокачаем, да, мужика, тем больше у него хп будет, и все будет замечательно. И бежим, бежим. Все, побежали, бежим, побежали, бежим, побежали, побежали, побежали. Все. Во, восстановили. Вот, где народ-то? Где у нас народ? Вот, слушай, у нас здесь... Еще сейчас восстановим. Очень видишь? Удачно, да, здесь мы зашли, что восстановим, в принципе, все... Как, вот. Народа, кстати, как назло, что-то, теперь нет. Да, никого нет. Но видать, и... всех собрали. Может, выселить надо будет у нас тогда. И не знаю, так забей лучше... вот на этого. Ай-яй-яй, как монетку. Я его забью? Ты, ну не, я к тому, что вот на этого чешкана. А, так нужно было его убить, чтобы двери открылись. А-а-а. То есть двери открываются только после того, как я всех уничтожу на карте. Ну тогда все. То есть мне обход обязателен. Куча обход всякого, обязателен. Конечно, хлама. Опа, но нам костюмчик. Нужен человек, нам сейчас нужен. Сейчас, хламчик. Давай, мы открывай. За ним отправлялись. Ну открывай, ты чему не открываешь? Да, нам... О, о, все, что это такое? То есть это... на тебя пока не действует? Вот. О, отлично, пусть нам повезет. Ну, пока что мы его специальность не узнали. Пока да. Но я думаю... Будем надеяться. В любом случае, нам еще динамит нужен, кстати. А мы его пока не нашли. Да, пока его не нашли. Блин, врагов довольно-таки много здесь. Так, так, да, народу здесь дофига. Нам еще много нужно продержаться. По-моему, что-то в углу еще было. Все. А, ну ладно. Мы на обратке. На обратке, да, если сейчас забежим. А, стой, закончить эксперимент. Так это разве это выход? Это выход? Я то есть мы насквозь прошли? Прошел, что ли? Блин, опять же нам этот достался. Мне кажется, надо всех изгнать. У нас может и так быть много народу. Да, да. Причем у нас разного пола. Сейчас народ посмотрим вот на вот этого. Можно было сейчас посмотреть, кстати. На серого? Нет, я имею в виду, какой чувак нам достался. А, так я уже видел во время получения предмета, здесь же все написано, Юль, на да? самом деле, да, конечно. И конечно. Кто он был? Опять кочевник? Опять же, да, опять же кочевник. Ну, давай, короче, тут смотри, вот здесь можно открыть весь список, и у нас, смотри, ветерок, кочевник, а нужна, чтобы кирка. Просто так, ну, проваливайте изгнание, все. Да, да. Всех. Не нужны такие лишние рты. Да, поэтому еще лечить их всех надо. Ну, а я думаю, что можно отправить еще другую. Надо. Да, давай, может быть, кстати, реально повезет. Может, вот этого чувака. Кто у нас прикольного опытный, да, вот был? Этот. Да. Вот этот. Мы его, может быть, оденем. Смотри, у него есть, вот, допустим, мы ему дадим футболку. Так. Робот у него стандартный, кепок никаких нет. Ну и, в принципе, все. Все, а его противогазы не... там. А он стандарт, он же есть. Поэтому все. Пойдем сейчас опять на экспедицию этого мужчины. А, кстати, на нем не нарисован противогаз. Вот он. Ну, как тебе сказать, это... Он 18 у него, все у него ну, есть. Понятно. То есть он, ладно, отправляется на экспедицию. То есть можно просто еще круче потом придумать. Да, 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 то есть можно будет. Ну, давай, еще мужика. Слушай, ну, такой, побыстрый. Шустрый, шустрый, он очень так, реально молоточек быстро исследует. О, давай, давай, давай. Сейчас, давай. Надеюсь, что... Так, мы еще один выполним челлендж. Ты посмотрел, кто нам достался-то? Пока, а как я посмотрю? Я никак не посмотрю. Миш, вон можно, я смотри, все возьму. Радиацию еще. Еще робота нашел. Да, сейчас собьем, потому что она у меня полная, по сути. А мне почему-то не тратится даже она. Странно. Я потому что в куполе, видать. Нет, это в купол ты только что попал. Ну и вот у меня с этого времени не тратится совершенно. Понятно. Ну ладно. Ну если что, вот потом еще восстановим. Да, сейчас, вот все, может быть не в куполе дело. Может быть не в куполе. Я тебе говорю. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, отстаньте от меня. Ни одного мужика мне нет. Мне еще пока динамит, по-моему, нужен, а я его так не поймал. Ну, так еще билеты. Да-да-да-да. Походу, вот лампочка тоже. Нам нужен динамит еще, динамит. Какая-то ракета еще досталась. Открылся. Так, но мы можем еще дальше идти. Да, давай еще сходим. Может быть нам повезет и сейчас появится опять это. Ого, это кто? Новые враги появились. Так, ХП восстановили. Да, только толку-то, Миш, сейчас у нас уже это, как все, сказать... мы уровень прокачали, у нас все обнулилось. А, это хорошо. Да, это очень хорошо. Тем более, смотри, как наш робот начал стрелять. Да, мы ракеты, согласна, эти подобрали. Где мужик? Где хоть один мужик? Что-то я на этом уровне, если честно, так, не наблюдаю. Так, отлично, кепку противогаз. Нашли. Кепка с противогазом, оказывается, а, ну в да привязке идет. Так что нормально все. О! Не, не останавливайся. Тоже душу неплохо. Это, мне кажется, против врагов. Так, слушай, в смысле, а дверь-то не открылась еще? Да, где-то еще один. Сверху, наверное. А, где ты застрял? Слушай, никого не вижу. Где? Миш, у нас жизни падают. Я понял, я понял. Блин, нигде нету, да?
Где противник? А, вот он был. Он, блин, ну чё. Ну сейчас, погоди, давай я зайду. Сейчас пофигу на монету. Я зайду, да. Чекну. Вдруг а был там чувак или нет? Ну, да? А, все. Ну, даже, ну, вот надо. Вот, вот. Ура, тот, что ура. Сейчас мы его побыренько. Да, мы короче, его сразу же лечим и строим рудники. То есть, и там, на самом деле, база развивается дальше и дальше, чего только нету. Так, ну, мужика мы... Обратно, пускаем. Да, хилим. Так, этот вот еще, этот, как он еще хилится, он еще хилится. В любом случае, вот нам нужно лечить вот этого мужика, ура, которого мы пипец как ждали. Быстрее, все, он мужик, превратился здорово в человек. Смотрите, только какой мы он динамит, стоит, правда, не добыли. То есть нам надо еще раз. Так, сейчас мы его вселяем. Погоди, у нас не хватает. А как мы можем, как его, расширить жилые постройки? Мы то кого-то... Улучшить кого-то... 1500? Да, давайте. Все, у нас вроде как поширил. Вселился он, да? Где он этот бородатый мужик? Пока не вижу. На рудниках. Ну ладно, в любом случае, мы сейчас посмотрим. Да, нам динамита не хватает. И нету сотрудника. И нету мужика? Так я же нажал, чтобы он вселился. Где мутантов он? Нету. На вселении где? Где наш человек? Очень... А вот он, вселение. Все. Теперь он должен быть на месте. Ё-моё, я уже, как сказать, испугалась. Нам нужен буквально только еще динамит где-то получить, и мы сможем уже построить. Мы да, денег мы набили. Жалко, я не могу ни на каком рынке этот динамит купить, чтобы построить. Фух, ребят, мы тут бегали, бегали, фиг знает сколько динамит дурацкий искали. Да-да-да, что-то он нам нашли вообще не выпадал. Да, прокачали здесь еще чувака и еще много бафов девчонку, набрали. Даже, да, мы еще тут побегали нормально так. В общем, много здесь еще предстоит, задания выполнять. Сейчас посмотрим здесь, что может быть есть. Давай. Но нам, в принципе, уже мало важно. Главное. Самое главное, вот динамит, нам не хватало только его. Прям да, все уже. У не нас даже какие-то все редкие были элементы, да, которые да, выпадали. Да. Тут же можно почитать, в принципе, по большому счету. Какие вон какие-то, кстати, да. Да-да-да, какие-то... Миш, бери вот да, для вот противогаза. Нужно устанавливать. Так, ладно, чтобы нас еще не разнесли здесь. Это аккуратно. Точно. У нас уже почти половина, кстати, жизни осталось. Да. Это на самом деле не так очень много. Аккуратно. Но здесь, видишь, нам монетки, опыт монетки, все это собираем монетки. Предметы. Но уже не важно, уже вот не надо страшно. Самое главное вот этих. Мне вот интересно, звонить. Если вдруг меня сейчас развалит, потеряю ли я предмет? Миш, лучше это, как лучше сказать, бежать, да, не доводить до такого. Все, добавить взрыв какой-то. Можно, конечно, жизни было восстановить, типа, не, за рекламу. Главное, что но... газом, кстати, не атакуют старые карты. Да. Это самое важное. Так, я в то есть сторону. Мы можем слинять, по сути. Да, да. Но в любом случае, фух, мы этот динамит получили. Кочевник. Его, кстати, можно, если что, продать. Что делать мы, естественно, не будем. Будем. Мы сейчас быстренько нашего мужика возвращаем. Да, мужик, всё, молодец. Все, ты получил. Вон, видал динамит один. У нас уже фух там валяется. Ну что, теперь мы можем ура построить. И у нас появляется рудник. У нас есть рудник, даже мужик один. Его да, можно сюда? Да, его нужно отправить на производство, и он будет плюс 80 монет. Он уже сейчас не спустится, кстати, и все будет замечательно здесь. Мастерская. У нас также еще задание нужно. Мы уже некоторые вещи-то выполнили, самое интересное. Да, но здесь придется есть типа чем заняться, да, и постоянно есть какие-то о-о награды. В общем, я думаю, на этом достаточно. Обязательно попробуйте поиграть в эту игрушку. Она да, крутая. Игрушка прикольная. Она крутая, реально. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока.